Добрый день, снова Сергей Черняк, Катерина Мобилин. Сегодня 28 октября 2022 года. И есть очень важная информация. И вчера Центральный Европейский банк поднял prime rate, центральный процент межбанковский, на 0,7. Это означает, что с сегодняшнего дня ипотечное финансирование подорожает минимум на 0,7%, в том числе в Германии, в том числе в Берлине. Это значит, что покупатели больше не смогут платить, оплачивать за счет финансирования те старые цены, которые были приняты до сих пор. Это означает, что ценам на недвижимость придется падать. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы. Пока.